Так классно. Я открываю тюль и чувствую себя в оранжерее. Красота. Ну, ради всего святого. Ага. Короче, мы сегодня об орхидеях. Алина. Перестань заниматься своей орхидеей. Ты 200 раз на день их занимаешь. Алина? Никодимус. Покажи Никодимуса. Никодимус поселился вот там. Люблю ее, заразу, эту мандалу. Я так разочаровалась в мандале. Ради всего святого. Орхидейная кошка. У нее есть свой инстаграм. Это Алинкин цветочек, за которым ухаживаю я, конечно же. Лезут корни. Корни лезут как дурные. За окном у нас мерзопакостная погода. А зато цветочки радуют. Немножко цветиков покажу, что цветет на данный момент. Эквестрис на две веточки зацвел, на два цветоноса. Цветет как веточка сирени, очень красивый. Отличается цветение от предыдущего. Более он такой с прожилками цветочки. Есть вот такие вот прожилочки прям на нем. В прошлый раз он был просто-просто весь однотонный и без всяких этих переходов от светлого. Не было такого светлого края на лепестках. И затемнение внутри. Цветет мой принц леопардовый. Вот так вот. Цветочки очень большие, такие огроменные, как сингл. Красивые. И цветонос сам невысокий, низенький цветонос. Дальше. Расцвела моя реанимашка. Вот столько бутонов. Два цветочка пока что распустилась. Один цветочек даже похож на бабочку. Она в этом цветении прям косит под нее. Декабрист. Перепутал все, решил цветонос спустить. Один цветочек. Красиво очень цветет цикламен белый, мухловый. Вот такие цветочки шикарненькие. Уже подвидают. Очень красивый цвет. Очень красивый. Хочу себе в сад такой цвет найти. Кремовый посадить. Не вынимаю с прозрачной пленки, потому что они так дольше стоят. Только вымешь их с прозрачной пленки, не все. Они могут за один день повянуть. Суга Лоуренс весь пострадал от кошек. Вот их зубы закомпассированные. Прокомпассировали все листики. Вот такое вот цветение. Совсем-совсем не обильное. Три цветочка, потому что он у меня стоял в темном месте. Вот. Покажу, вот стоит мой мини-марк. Какие у него воздушные корни, хочу его поделить. То есть вы сами видите, он просится прям. Это моя Ирен Добкин стоит. Я потом ее покажу ближе когда-нибудь в другом видео. Такая она красивая. Черная птичка, кстати, у меня пустила цветонос. И да, вот такие у него длинные листья, которые я подвязала. Потому что они реально, они раскладываются, как заячьи уши, очень длинные в размахе. И чтобы сэкономить место немножко, я их приподняла. Вот, для меня это удобно. И вот так вот на боковом ответвлении он растет. Вот такой вот биглип. Вот такой красавчик. Мне так нравятся эти языки у них. У биглипов. Хочу очень, знаете, желтый биглип. Желтый с таким оранжевой серединкой. Моя мечта. Гоняюсь за ним, гоняюсь, нигде не могу найти.
Нравятся мне они. Места нет, но нравятся. И хочется еще что-то новое, еще что-то новое. Не сломай мне цветонос, не сломай мне ничего. Боже, переворачивают горшки эти коты у меня, переворачивают все. Как начинают гонять под вечер. Все закрываешь, комнаты там, где орхидеи, потому что скидывают иногда. Ну, они не хотят скидывать, они просто в процессе игры не замечают, как они летают. Коты просто летуны, летают, да? Вот так она у меня тут стоит. На нижнем ярусе подставочки. Ну, не знаю, почему она тут бутончик так отвернула. Ну, так заложен цветонос. Эй! Я с тобой не играю вообще-то. Вот такой мантерикс. Очень пахнет. Кстати, не ожидала, что он будет пахучий, потому что первое его цветение покупное. Ну, в основном покупное цветение у орхидей бывает без запаха. А потом они начинают проявлять себя. Но есть арома орхидей, которые пахнут изначально. А есть такие, которые начинают пахнуть именно при домашнем цветении. Это я уже заметила не раз. На видео почему-то она намного светлее. Получается такая, знаете, более буряковая. На самом деле она очень глубокого такого цвета. Такой классный глянец, плотный. Сегодня увидела, распустился цветочек мандалы. Какой же он красивый. Желтый, насыщенно желтый. И такой румянец по бокам. Отцвел мой эквестрис. Засушил оба цветоноса. Ну, так решила растение. Деток в этом году не будет. Мандарикс мой все продолжает распускать цветочки. Там уже, по-моему, 7. Ну, получилась вот такая вот пушистая веточка в обе стороны, которая смотрит. И, кстати, да, что не может не радовать, это есть цветонос у моей черной птички старого образца. Так что будут цветочки. Ой, вы меня очень много спрашиваете, где я ее покупала, за сколько я ее покупала. Я ее покупала с рук у частного продавца. Не очень дорого на тот момент было. Но мне пришлось ее лечить. Подростком я ее купила. Вот, не цветущим. Думала обмануть, но нет. И пришлось лечить мне ее от щитовки. У нее была вся шея искусана в щитовке. Прям там висели огромные жирные особи. Мы от нее избавились, вот, и она у меня уже продолжает радовать. Уже цветет второй год подряд. Первый раз был 1 или 2 цветочка, я не помню. 1 или 3 я вставлю цветение прошлого года. Сейчас, смотрю, будет больше. Черная птичка старого образца, я как зашла в интернет, посмотрела ее цену. Ой, ого, она очень дорогая, наверное, самый дорогой экземпляр моей коллекции. Была цена 2500 гривен. Вот, я переведу в рубли и в доллары, будете знать. Именно старого образца, а не новые, как которые сейчас. И смотрите, какая мультифлорка зацвела. Хочу сегодня показать вам. Кто у меня распустился, я пропустила распускание первых цветов. Это моя черная птичка. Вот какая она красивая, кожистая, плотная. Вот такой у нее цветоносик в этом году. А в прошлом году она, по-моему, цвела на 1 цветочек или 3, я уже не помню. В этом году больше. Вот такая
растут у нее новые листики. Запаха я не чувствую. Нет его, наверное. Стоит она у меня на кухне, в стоечке для цветов. Вот, ей там очень-очень нравится. Уход обычный, как и за обычным фаленопсисом. Удобрение и поливание. Вот. Ничего необычного. Черная птичка старого образца. Это не те птички, которые сейчас гибридные. Они сейчас очень дорогие и популярные. Найти их невозможно в продаже. Я ее купила когда-то очень давно. Ну как очень давно, года 2 назад. Не очень дорого я ее купила. Сейчас смотрю, что цены на них просто бомба. Ой, расцветает попугайчик. Яркий такой, красивый. Он стоит у меня на северной стороне, поэтому он очень-очень яркий. На солнышке он не выцветает. Вот еще есть бутошки. Это Алинкин цветочек, за которым ухаживаю я, конечно же. Классный тоже. Очень люблю его. Нравится он мне. Цветом может цвести несколько раз за лето, выпускать цветонос. Отцветает опять, отцветает и опять выпускает. Вот так вот. И мультифлорка вот такая вот симпатичная. И развернуться тут. Любит подсушивать бутончики, только-только пересохнут корни, все, сразу бутончики сушит. Очень она такая капризная к влажности. Так, вот такие вот дела. Вот это я вам хотела показать черную птичку, но показала уже все по чуть-чуть. Ой, люблю ее вообще, красотка. Ой, такая жара стоит целый день. В тени уже 30 с чем-то градусов. Так я перетягиваю все цветы сюда, на север. Тут так классно. Я открываю тюль. И чувствую себя в оранжерее. Красота. Но глаз радует вот эта вот красота. Красиво. Окна мало. Черная птичка дальше распускается. Третий цветочек распускается. Я расцвела полностью. У нее 5 цветочков. Она необыкновенная. Она нереальная. Вот, классная. Расцвела мандала. Дальше показываю по-быстрому. Вот, расцвел Алинкин попугай. Очень ярко цветет. С юга убрала на север. И тут он не так выцветает. Без солнышка. Немножко с этой стороны покажу, как вот оно. Как мне нравится, как эти цветоносы спадают без опор. Вот, да, как в естественной природе. Очень красиво. Главное, чтобы никто тут не лазил, ни коты, никто, чтобы это все не переломать.